некогда князь Дмитрий Суздальский подарил своему зятю Дмитрию Донскому золотой пояс, осыпанный драгоценными камнями. Тысяцкий Донского тайно обменял его на другой, гораздо меньшей цены, и дал своему сыну. Переходя из рук в руки, этот пояс позднее достался Василию Юрьевичу Косому и был на нем в час свадебного пиршества. Ростовский наместник узнал пропавший некогда пояс и сказал об этом матери Василия, Софии. Обрадовавшись драгоценной находке, позабыв о приличиях, она торжественно сняла пояс с Косова. Произошла ссора. Юрьевичи, пылая гневом, бежали из дворца и поклялись отомстить за свою обиду. Исполняя волю отца, они уехали из Москвы в Галич, а затем выступили полком на великого князя.